моя история. И наши коллеги уже готовятся к прямым включениям оттуда. Те моя история. И наши коллеги уже готовятся к прямым включениям оттуда. В рамках трансляции покажем серию проектов, подготовленных специально к Дню Победы. А также здесь, в прямом эфире, озвучим ваши, дорогие зрители, поздравления. Отправляйте их на номер 8-900-444-25. По опыту прошлых лет уверены, что сообщений будет много, поэтому мы зачитаем самые яркие из них. Еще раз повторим номер 8-900, ровно 5 четверок подряд. 25 в конце. Считанные минуты остаются до главной традиции Дня Победы – военного парада. Вокруг много людей, которые хотят стать свидетелями этого события, а на трибунах уже собрались зрители и почетные гости. И там как раз находится наша коллега Лада Мещи. Лада, мы передаем тебе слово. Расскажи, что происходит у вас на площадке. Доброе утро, дорогие телезрители общественного телевидения Приморья. Позвольте поздравить вас с этим праздником, Днем Победы. На центральную площадь уже приходят жители и гости города, чтобы познакомиться с локациями, которые для них приготовили. Но к ним мы вернемся чуточку позже. Я же нахожусь на трибуне для почетных гостей. Здесь расположились ветераны и семьи участников СВО. Рядом со мной как раз жена одного из участников специальной военной операции. Алена, давайте для зрителей еще раз познакомимся. Расскажите, кто вы, чем занимаетесь? Меня зовут Алена Штыбина, я руководитель благотворительного фонда «Надежный тыл» и руководитель комитета семьи воинов Отечества по Приморскому краю. Мы занимаемся помощью нашим ребятам на передовую, семьям, которые здесь находятся, им тоже требуется большая поддержка, ребятам, раненым в госпитале. Любая помощь, которая требуется от нас, мы ее всю стараемся оказать. Вы ведь начали это не просто так, ваш муж – участник. Как он сейчас и что для вас значит этот праздник? Сейчас мой муж находится на реабилитации, он получил тяжелое ранение в результате участия СВО. И как только он планирует вернуться в строй побыстрее, как только он реабилитируется. Праздник 9 мая. Всегда ли он значил для вас вот нечто невероятное? Или когда муж пошел на защиту Родины, что-то вот изменилось? Это было всегда волнительно. Но после того, когда непосредственно твой супруг, твоя семья, да, участвует в этих сталкивается с вот этой проблемой, с бедой, да, такой, потому что это очень тяжело, когда семья ожидает мужа, когда ты постоянно в стрессе. И каждый раз, когда ты вот сейчас, и когда вижу военнослужащих, я на них смотрю другими глазами. Я возвращаюсь в то время, когда я ждала, да, все эти чувства, эмоции, оно немножко по-другому воспринимается, но невероятная гордость. Вот гордость прям перехлёстывая то, что мы на самом деле такой великий народ русский, нас просто не победить, даже не надо стараться, просто уже надо молча уже свыкнуться с этой мыслью, что мы в принципе победители. И все, с праздником всех. Как праздновать сегодня будете? Как будете семью отмечать? Мы будем на параде, потом мы пойдем на площади, потом мы пойдем на салют, вспоминая истории наших бабушек, дедушек, к сожалению, их уже нет в живых, прабабушек, рассказывая своим детям, чтобы ни в коем случае они не забыли, чтобы с нами не ушла память великой победы наших предков. Ваша семья приняла участие в Великой Отечественной войне? Да, у меня прабабушки, прадедушки, все были участниками Великой Отечественной войны. Дедушка мой был маленький, тогда они рассказывали, как они снегом по зимой по снегу ходили босиком. Бабушка рассказывала, как ее в землянке оставляли на 6-7 дней, когда родители были на войне. Ну, то есть, в принципе, все эти истории живы с нами. Сейчас у нас новая история в нашей семье, когда у нас тоже есть уже своя такая тоже история, тоже очень такая тяжелая, но самое главное – это вера, и когда рядом с тобой большая поддержка. Вот это самое главное. Но нельзя забывать ни в коем случае подвиги, и мы сами не забудем, и другим не позволим забыть. Вы, как жена участника СВО, больше всего знаете про жен, вот в эту вот вашу сильную такую группу, которая собралась. Расскажите, какие они жены военных? Ну, у нас жены в основном участников, военнослужащих морской пехоты 159-й бригады. С честью они являются женами наших морпехов. И пока наши ребята там куют победу, мы здесь куем свою победу, мы им помогаем. Невероятно сильные женщины, просто потрясающие. Дети еще сильнее. Дети просто молодцы. То есть это будущее поколение наше, женщины, и в бой. И если надо, и туда пойдем. То есть как бы мы всегда за мужьями своими горой.
Расскажите, чем занимаетесь, как помогаете нашим ребятам? Я знаю, что много кто плетет сети, носки, акции. Вот расскажите поподробнее. Мы плетем сети маскировочные в матросском клубе «Жены» 155-й бригады. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем на передовую, покупаем реабилитационное оборудование в госпиталь военнослужащих, оказываем помощь нашим ребятам, раненым здесь, потому что их приходится иногда сопровождать, какие-то проблемы, где-то, может быть, помочь. Совместно с правительством края нашим тоже, они очень помогают, спасибо им за это большое. Дети, если какие-то проблемы у детей со здоровьем. У нас был случай, когда военнослужащий вернулся, требовалось ребенку старшему операция, с младшим надо было сидеть. И очень далеко была очередь, и мы попросили, говорит, вот он уезжает, и они нашли место, и все, решили вопрос. Спасибо, спасибо большое. А я предлагаю вернуться, собственно, к действиям, которые происходят на центральной улице Владивостока. Трех полос. Верхний белого, средний синего и нижний красного цвета. Трехцветный флаг был введен в России Петром Первым. Он родился вместе с первыми российскими военными кораблями и до 19 века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. В 1893 году он стал государственным флагом России. С 1917 по 1993 год государственным флагом Союза Советских Социалистических Республик был красный стяг с серпом и молотом. В 1993 году указом президента Российской Федерации трехцветный флаг был объявлен государственным флагом, что в 2000 году было подтверждено федеральным конституционным законом о государственном флаге Российской Федерации. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа над нацистской Германией. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в городе Берлине советскими воинами, сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном Кантария. 9 мая 1945 года Знамя Победы было снято с Рейхстага и уже 20 июня на самолете было отправлено в Москву. Его место на Рейхстаге занял другой алый стяг. Распоряжением Главного политического управления Советской армии от 10 июля 1945 года Знамя Победы было отправлено в Центральный музей вооруженных сил на вечное хранение. Первые 20 лет оно было только экспонатом для всеобщего обозрения. Никто и никогда его из музея не выносил. Впервые оно было пронесено на Красной площади 9 мая 1965 года на военном параде во знаменование 20-летия Победы. 15 апреля 1996 года президентом России был подписан указ о Знамени Победы, в соответствии с которым знамя должно использоваться наряду с государственным флагом Российской Федерации. Согласно указу, Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом в мае 1945 года, выносится только 9 мая, в День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и 23 февраля, в День Защитника Отечества. Федеральным законом от 7 мая 2007 года за Знаменем Победы был закреплен статус государственной реликвии России, официального символа победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка. Дорогие приморцы, земляки, уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы. Сегодня мы вместе со всей страной отдаем дань памяти героям, павшим и пережившим ту страшную войну. Ценой невероятных испытаний и тяжелых потерь они одержали победу, сохранили для нас страну и спасли целые народы от уничтожения. И сегодня, как и в годы Великой Отечественной, наш народ сплотился против угрозы с Запада, где опять нацизм поднимает голову, где опять строят планы на восток. Уверен, их ждет ровно та же участь, что и гитлеровские дивизии под Сталинградом. Врагу не сломить наследников Великой Победы 1945-го. Сегодня в парадных шеренгах немало приморцев, участников специальной военной операции. Посмотрите на их мужественные лица, на их боевые награды. Вот они, новые герои. Каждый, кто встал сегодня на защиту интересов и безопасности России, настоящий герой. Мы по праву гордимся ими, чтим память павших товарищей. Закончить хочу словами великого полководца, маршала Георгия Жукова. Празднуя победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству. Пусть эти, проверенные огнем войны качества, всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами. Ура, товарищи! Встречи слева! Накра! У! Командующий Тихоокеанским флотом Российской Федерации, войска Владивостокского военного гарнизона, во знаменование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, построены командующий парадом вице-адмирал Березовский. Есть.
Здравствуйте, товарищи офицеры! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи подводники! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи надводники! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи моряки! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи морские пехотинцы! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи связисты! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи сотрудники! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи спасатели! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи нахимовцы! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с
79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи юные патриоты Родины! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Здравствуйте, товарищи макаровцы! Здравия желаем, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Николаевич Лиина. Товарищи матросы, старшины, сержанты, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, жители города Владивостока, поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздник 9 мая близок и дорог каждому из нас. Мы отмечаем его по всей нашей огромной стране, в каждом доме. В России нет семьи, которую бы обошла Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. Для каждого из нас знамя победы, водруженное в 1945 году над Рейхстагом, навеки останется символом триумфа нашего единого советского народа, его беспримерного подвига, сплоченности и духовной мощи. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они насмерть сражались с врагом, защитили родную землю, победили нацизм. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье. Ее приближали стойкость защитников Брестской крепости, мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов,
непреклонно стоявших на защите Кавказа, Балтики и Дальнего Востока. В жестоких боях под Москвой и на улицах горячего Сталинграда, в дыму танковых сражений, на Курской дуге и в ледяных водах Заполярья советские воины ежедневно решали исход войны. Железная воля непокоренного народа, его бесстрашие и стойкость спасли весь мир от нацистского рабства. Героические дела наших предков будут незабвенны в столетиях. Их не уничтожат западные реставраторы истории, которые, словно забыв о преступлениях фашизма в Европе, поддерживают и финансируют неонацистский режим на Украине. Подвиги и массовый героизм российских воинов, совершаемых в наши дни, говорят о том, что наказ мужественно защищать Родину не забыт. Современные воины России, продолжая дело своих дедов и прадедов, не жалея жизни для освобождения жителей Новороссии, возвращая долгожданный мир в измученные войной города и села. Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне – это главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и мирного будущего нашего народа. Скорбим о тех, кого уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Уважаемые ветераны, вы главные герои Великого Дня Победы. Вы подарили нам свободу. Свободу жить, любить, радоваться, созидать и смело идти вперед. И сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся и сражаются ради настоящего и будущего нашего Отечества. Мы будем всегда беречь Родину, как это сделали вы, солдаты Победы. Будем укреплять традиции патриотизма. Будем хранить эту священную, немеркнущую правду. И не допустим предательства и забвения героев. Всех тех, кто, не жалея себя, подарил нам счастье жить свободной и мирной жизнью. Неразрывная связь поколений – это наше огромное национальное достояние. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!
Смирно! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш! Военный парад, посвященный 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, открывает рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища под командованием капитана второго ранга Романа Шулкова. Нахимовцы задают темп и ритм движения парадных расчетов. У троих воспитанников отцы – участники специальной военной операции. На центральной улице города Владивостока государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Командир знаменной группы – капитан второго ранга Андрей Яндовицкий. Честь проноса знамен доверена мичманам и прапорщикам Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, Данилу Павлову и Семену Латынову. Знамена сопровождает рота почетного караула Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Командир роты почетного караула – лейтенант Тимофей Рященко. В парадном строю офицеры Тихоокеанского флота. Сводную роту офицеров возглавляет заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ флота капитан первого ранга Александр Шадрин. Идут наследники прославленных флотоводцев и командиров. Им доверено право обучать и воспитывать новое поколение защитников Отечества. Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом заместитель командира бригады капитан первого ранга Александр Катков. В строю бригады 6 участников специальной военной операции. Капитан третьего ранга Дмитрий Лазутков, награжден медалью Ушакова. Старший лейтенант Александр Сегодник, награжден медалью за отвагу. Старший лейтенант Владислав Малинов, награжден медалью за храбрость. Старший мичман Иван Мороз, награжден орденом мужества. Старшина второй статьи Андрей Ефанов, награжден орденом мужества. Старший матрос Константин Репс, награжден орденом мужества. Дорогие друзья, в парадном строю моряки 19-й бригады подводных лодок и 165-й бригады кораблей охраны водного района. Командир парадного расчета, командир 165-й бригады, капитан первого ранга Алексей Ульяненко. В строю идут участники специальной военной операции. Капитан-лейтенант Роман Павлов, награжден медалью за боевые отличия. Капитан-лейтенант Дмитрий Тарасов, награжден медалью за отвагу. Старший лейтенант Юрий Скунс, награжден медалью за отвагу и за боевые отличия. Старший мичман Алексей Политиков. В парадном строю моряки 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота. Командир сводного батальона, начальник штаба, капитан первого ранга Алексей Анциферов. Парадными ротами командует капитан первого ранга Андрей Гаевой, капитан второго ранга Игорь Толпатов. В строю идет участник специальной военной операции, старший матрос Кирилл Лыков, награжден орденом мужества. Торжественным маршем проходит сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом начальник морской авиации Тихоокеанского флота полковник Олег Романенко.
В строю участники специальной военной операции. Старший сержант Алексей Кошевой, сержант Владимир Гиревой, старшина второй статьи Николай Донбинов, награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Старший матрос Александр Чернышев награжден медалью за отвагу. В парадном строю личный состав 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Командир парадного расчета гвардии майор Леонид Жаплов награжден орденом мужества. В строю бригады 10 участников специальной военной операции, награжденные орденами и медалями Российской Федерации. Лейтенант Павел Богданов награжден орденом мужества, медалью за храбрость второй степени и Георгиевским крестом. Прапорщик Александр Храмцов, сержант Константин Кузнецов. Старая хорошая традиция участия в параде в честь Дня Великой Победы сводного расчета военнослужащих женщин Центра связи Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета капитан-лейтенант Ирина Журба. Знамя несет старший лейтенант Мария Шинко. Сегодня в строю 10 жен участников специальной военной операции. В парадном строю курсанты и слушатели Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Возглавляет парадный расчет полковник полиции Дмитрий Кичатов. Знаменосит лейтенант полиции Евгений Зверев. На центральной улице проходит личный состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю. Командует парадным расчетом полковник внутренней службы Валерий Шушпанов. Знамя Главного управления несет капитан внутренней службы Андрей Карионов. В строю идет участник специальной военной операции прапорщик Иван Злобин, награжден медалью мужества. В парадном строю курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник академии полковник внутренней службы Алексей Аникеев. Знамя академии доверено пронести сержанту внутренней службы Ивану Загуменову. В праздничном параде принимают участие курсанты одного из старейших вузов Дальнего Востока, Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Командир парадного расчета капитан второго ранга Владимир Евсеенко. Выпускники университета возглавляют подразделение всей морской транспортной отрасли России. 20 выпускников удостоены высокого звания Герой Советского Союза и социалистического труда. Один выпускник Юрий Мушенков, Герой России, участник специальной военной операции. На центральной улице Нахимовцы Владивостока. Командир парадного расчета полковник Сергей Малинкин. У 6 нахимовцев, идущих сегодня в строю, отцы принимают участие в проведении специальной военной операции. Традиционно нахимовцы принимают участие на параде в Приморской столице. В праздничном строю парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Строй юнармейцев возглавляет начальник регионального клуба юнармии, кавалер ордена мужества, полковник запаса Михаил Любецкий. У 15 воспитанников, идущих сегодня в строю, отцы принимают участие в проведении специальной военной операции. В парадном строю воспитанники военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени Андрея Левичева. Бессменным руководителем клуба является заслуженный учитель России, почетный гражданин Владивостока Галина Викторовна Киселева. Строй возглавляет кавалер ордена мужества подполковник Андрей Ежов. Перед трибуной курсанты Морского инженерного колледжа Морского государственного университета имени Невельского и центра «Мореход». Командир парадного расчета Константин Сергей Костин. У 6 курсантов, идущих в строю, отцы принимают участие в проведении специальной военной операции. Завершают прохождение пеших колонн праздничного парада курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова. Начальник училища капитан первого ранга Сергей Собакарь. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника факультета кораблевождения и минно-торпедного вооружения капитан первого ранга Владимир Бармин. За боевые заслуги награжден государственной наградой орденом мужества. Образованное в 1937 году училище является единственным на Дальнем Востоке высшим военно-морским учебным заведением и считается одним из лучших в системе подготовки кадров для военно-морского флота. За годы работы училищем подготовлено более 20 тысяч офицеров и мичманов, проходящих службу на кораблях всех флотов нашей страны. Училище по праву гордится своими выпускниками.
среди них 10 героев Советского Союза, 1 герой социалистического труда, 7 героев Российской Федерации, 248 высших офицеров, трое из которых занимали высокую должность главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации. В 2023 году в училище поступили участники специальной военной операции. Многие из них удостоены государственных наград и наград Министерства обороны Российской Федерации. В строю мичман Андрей Ворона, награжден орденом мужества. Сержант Дмитрий Вовкодав, награжден медалью Жукова. Старший матрос Дмитрий Панасенко, награжден медалью Жукова. Старший матрос Николай Каширин, награжден медалью за отвагу. Неоднократно парадный расчет училища представлял военно-морской флот на главном параде страны на Красной площади столицы. Такой чести училище удостоено и в этом 2024 году. Уважаемые жители столицы Приморья и гости города, начинается парад военной техники. Открывают парад символы победы, легендарные Т-34-ки. Разработанный в 1937 году конструкторским бюро Михаила Кошкина, танк в течение всей войны имел абсолютное превосходство в маневренности и проходимости. А 76-миллиметровое орудие значительно превосходило все зарубежные артиллерийские системы. За годы войны танк претерпел значительные конструктивные изменения, и к началу 44 года на танке была установлена 85-миллиметровая пушка, что значительно повысило его боевую эффективность. В парадном строю оба этих образца. За рычагами боевой машины Т-34-76 подполковник запаса Сергей Татаркин, командир экипажа полковник запаса Олег Коваль. Танк Т-34-85 ведет гвардии младший сержант Владимир Твердохлебов, командир танка гвардии капитан Ильнур Хайриев. Танк был восстановлен специалистами ремонтной роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Этот танк был выпущен в июне 1945 года на Омском танковом заводе. Принимал участие в маньчжурской наступательной операции в августе 1945 года. В 1950 году он был передан Тихоокеанскому флоту и 7 десятков лет служил мишенью на полигоне. 3 года ушло на восстановление танка, и вот он принимает участие в параде. За легендарными боевыми машинами идет ИСУ-122. Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны. В названии машины аббревиатура ИСУ означает самоходная установка на базе танка ИС. Индекс 122 отражает калибр основного вооружения. Боевая машина разработана в декабре 43 года и уже в 44-м принята на вооружение. Серийное производство начато на Челябинском Кировском заводе, продолжавшееся по август 45 года. Советской армии. Командир установки подполковник запаса Александр Евса, механик-водитель майор запаса Сергей Денисов, наводчик
подполковник Евгений Волик. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны возглавляет участник специальной военной операции, временно исполняющий обязанности начальника штаба отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии майор Геннадий Макаркин. Уважаемые друзья, перед вами демонстрируется современная боевая техника Тихоокеанского флота России. Перед трибунами танк Т-80БВ. Эти танки являются основной ударной мощью соединения морской пехоты. Эта модернизация танка Т-80Б и отличается от него наличием динамической защиты «Контакт-1». Командир танка – прапорщик Александр Храмцов. Водитель-механик – матрос Нюргун Иванов. Еще один образец современной военной техники представлен боевой машиной пехоты БМП-3. Машина предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности и вооруженности, защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия. Механик-водитель – младший сержант Евгений Кожемякин. Участник специальной военной операции, награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Старший машины – младший сержант Евгений Федоров. Участник специальной военной операции, награжден медалью за отвагу. На центральной площади бронетранспортеры БТР-82А. Эти образцы боевой техники отлично зарекомендовали себя при ведении боевых действий в ходе специальной военной операции. Предназначены для транспортировки личного состава при совершении марша или маневра войсками, включая преодоление водных преград, защиты экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, мин и осколков снарядов, поражение и подавление живой силы противника и легкобронированных целей. Командиры машин – сержант Александр Китаев, младший сержант Клим Тимошенко, механики-водители – старшие матросы Николай Зиновский, Дмитрий Краузе, стрелки-зенитчики – младший сержант Николай Бакарченко, матросы Владислав Куций, Глеб Жуковский, Артур Буваков. В парадном строю многофункциональный комплекс «Гранат-4» на базе автомобиля КАМАЗ-5350. Беспилотный авиационный комплекс «Гранат-4» на базе одноименных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Входит в комплекс «Наводчик-2» ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Командир машины – гвардии сержант Николай Давыдов. Водитель – старший прапорщик Сергей Лобастов. Перед трибунами гаубица Т-30, буксируемая автомобилем «Урал-4320». Гаубица предназначена для поражения живой силы противника, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Старшие машин – сержанты Константин Половяный и Константин Кузнецов. Водители – матросы Иван Гаврилов и Вадим Сергеев. Номера расчетов – сержант Максим Гайдалов, младший сержант Михаил Зубарев, старшие матросы Константин Петунин, Никита Руденко, Федор Максимов, Вадим Рожков, Константин Петехин. Матросы Армат Садыков, Максим Деревянко, Алексей Рахлецов, Александр Ромашкин. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны продолжает командир 72-й береговой ракетной бригады полковник Александр Фатьянов. Вашему вниманию представлены самоходные пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион». Они предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и наземных целях в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. «Бастион» является одним из носителей ракеты «Оникс», которая, в свою очередь, наравне с ракетными комплексами «Калибр», является основным противокорабельным ракетным оружием в вооруженных силах России. Также в состав ракетного комплекса входит транспортно-заряжающая машина, которая изготовлена на том же шасси, что и пусковая установка. Комплексы «Бастион» активно применяются для поражения наземных целей в ходе специальной военной операции.
старший расчетов, старший лейтенант Михаил Милованов, лейтенант Александр Ульянченко, участник специальной военной операции, награжден медалью за храбрость второй степени. Старший сержант Артем Карпов, участник специальной военной операции, награжден медалью за храбрость. Старший сержант Денис Перевалов, участник специальной военной операции, дважды награжден медалью за отвагу, а также медалью за заслуги при выполнении задач в составе 155-й бригады морской пехоты. Старший сержант Владимир Федосеев, участник войны на Северном Кавказе, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, участник грузино-южно-осетинского конфликта, участник специальной военной операции, а также кавалер Ордена Мужества. Младший сержант Игорь Высоцкий, участник специальной военной операции, механики-водители, старшие прапорщики Кирилл Гонтарь, Михаил Кучумов, Андрей Дьяков, прапорщик Владислав Чевырь, старшие матросы Руслан Хатаев и Михаил Мукамелов. Продолжает парад современной военной техники, самоходные пусковые установки и самоходные командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса «БАЛ». Командный пункт комплекса отвечает за поиск целей и последующее оптимальное распределение огневой мощи берегового ракетного комплекса по каждой из них. Для этого у них есть все. Радиолокационные радары, навигационное оборудование, приборы ночного видения. Специальное программное обеспечение позволяет командному пункту следить за целями, одновременно отслеживая характер возможной угрозы. Старшие машин, капитан Михаил Константинов, лейтенант Артем Трофимов, старший прапорщик Евгений Кобескоев, сержант Владимир Пирогов, участник специальной военной операции, награжден государственной наградой Орденом Мужества. За рулем сержант Вячеслав Федотов и Александр Петросян, старший матрос Данил Давитай и матрос Данил Башкатов. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны продолжает командир 175-го отдельного морского инженерного полка, участник специальной военной операции, подполковник Александр Шубин. На центральной улице города специальный автомобиль группы разминирования «Сагр» «ЕСАУЛ» со специальным оборудованием. Группа способна автономно выполнять задачи по разминированию взрывоопасных предметов с большой эффективностью и безопасностью. Кузов автомобиля капсульного типа со специальным оборудованием для разминирования. Старший машины старший лейтенант Илья Кутепов. За рулем спецавтомобиля матрос Денис Кухтин. На центральной улице проходит автомобиль специального назначения «Тигр-М». Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава, различных грузов и буксирования прицепных систем, а также монтажа вооружения и военной техники с обеспечением требуемых. Участник специальной военной операции. Водитель – матрос Станислав Бальчугов, участник специальной военной операции. Стрелок – матрос Илья Тарарук, участник специальной военной операции. Перед трибунами проходит многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу «Уран-14». Комплекс применяется дистанционно на маршрутах продвижения войск, разбора разрушенных зданий и сооружений в условиях огневого воздействия противника. Личный состав во главе с командиром полка с 2022 года принимает активное участие в специальной военной операции. Благодаря умелым действиям военнослужащих полка было установлено около 47 тысяч различных мин, благодаря чему в ходе контрнаступления противник не смог прорвать нашу оборону. Старший машин лейтенант Евгений Чазов, за рулем старший мичман Владимир Соловьев. Перед трибунами ГТ-13, антенна автоматизированного комплекса радиоэлектронной борьбы КВ-линии радиосвязи «Мурманск-БН». Старший машины старшина первой статьи Станислав Данилов. Водитель главный старшина Владимир Ремдейко. На параде машина, состоящая на вооружении в подразделениях радиационно-химической и биологической защиты флота. Дымовая машина ТДА-3 на базе машины КАМАЗ. Предназначена для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей, эффективных в видимом диапазоне спектра электромагнитных излучений и порошковых составов эффективных в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных излучений. Расчет станции 2 человека. Старший машин, старшина первой станции.
статьи Игорь Аглиулин, старшина второй статьи Дмитрий Башкатов, водители-механики сержант Константин Черепанов, матрос Сергей Черный. В парадном строю машина АТМЗ-7,5. Автотопливозаправщик предназначен для перевозки кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различного автотранспорта с замером выданного топлива. Водители ефрейта Юрий Кириченко, младший сержант Петр Подгорбунцев. В парадном строю полевая кухня ПАК-200М. Кухня была принята на вооружение еще в 1986 году и остается действующей по сегодняшний день. Предназначена для приготовления горячей пищи для личного состава численностью до 200 человек. Кухня обеспечивает устойчивую работу на высоте над уровнем моря до 3000 метров при температуре окружающего воздуха от минус 40 градусов Цельсия до плюс 40. Старшие машины – сержанты Кузьма Иванов и Сергей Мажитов. Водители – младший сержант Дмитрий Безматерных, старший матрос Георгий Галактионов. Колонну автомобилей военных лет из коллекции Музея исторической техники на Садгороде на базе Военно-патриотического клуба техники 20 века в Приморском крае под руководством Анатолия Козицкого открывает один из самых известных автомобилей той эпохи – знаменитый ГАЗ-67Б. На технике, проезжающей личный состав военно-исторического клуба, первый Дальневосточный фронт, командир клуба Вячеслав Зимхадинов. Советский армейский автомобиль высокой проходимости выпускался с 1943 по 1953 годы. Автомобиль буксирует легендарную 45-ку, противотанковую пушку калибра 45 мм образца 1942 года. За рулем ГАЗ-67Б главный старшина запаса Виктор Буцак. Перед трибунами знаменитый Виллис МБ. Наиболее распространенный в годы войны командирский автомобиль. За рулем Виллиса владелец этого автомобиля Александр Кураков. Перед вами ГАЗ-М1, знаменитая М-ка. ГАЗ-М1 – первый советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе. За рулем капитан третьего ранга запаса Дмитрий Будников. Перед трибунами советский грузовой автомобиль ГАЗ-2А. Грузовик стал самым массовым как в народном хозяйстве, так и в Красной армии. За рулем грузовика ГАЗ-2А старшина первой статьи запаса Николай Маркотенко. На главной улице Владивостока тяжелый грузовик ЗИС-5В, основной автомобиль Красной армии. Сегодня он буксирует 76-миллиметровое дивизионное орудие ЗИС-3. За рулем автомобиля ЗИС-5В рядовой запаса Роман Юрченко. В составе колонны газогенераторный автомобиль ЗИС-21. Топливом для него могут служить деревянные чурки, брикеты из стружек, опилок, угля, торфа и даже шишки. Во время войны такие машины освободили значительную часть бензина для нужд фронта. За рулем подполковник запаса Игорь Остапчук. В парадном строю советский средний бронеавтомобиль БА-3, оснащен двумя пулеметами ДТ-29 и 45-миллиметровым орудием. Использовались в войне в Испании, а также в Советско-финской и Великой Отечественной войне. За рулем автомобиля рядовой запаса Иван Буркецов, командир машины, старший лейтенант запаса Николай Шарапов. Дорогие друзья, перед вами легендарная «Катюша», самая массовая советская боевая машина этого класса. За рулем начальник производства уссурийского авторемонтного завода рядовой запаса Никита Терешкин. Перед трибунами американский грузовик высокой проходимости Studebaker US-6 советской реактивной системой залпового огня BM-31-12 калибра 300 мм, прозванный в народе «Андрюша». За рулем директор уссурийского авторемонтного завода старший лейтенант запаса Виталий Берун. Завершает торжественное прохождение сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона. В состав оркестра вошли военные музыканты войсковой части 12803,
12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Приморскому краю, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, а также военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. В музыкальном строю военные дирижеры: лейтенант Тимофей Артемов, старший лейтенант Роман Шадрин, капитан-лейтенант Станислав Ананьев. Возглавляет сводный оркестр начальник военного оркестра, начальник военно-оркестровой службы Тихоокеанского флота, капитан третьего ранга Илья Сергеев. Под звуки бессмертного марша Василия Агапкина «Прощание славянки» сводный военный оркестр покидает площадь. 9 мая – праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 45-го. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть наши дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам. С великим праздником, который отмечает вся страна. Дорогие друзья, с Днем Победы! Ну что ж, завершился торжественный, традиционный парад на центральной площади и на центральных улицах Владивостока. Ну а мы продолжаем нашу большую трансляцию, посвященную великому празднику Дню Победы.